Ну что ж, я снова вас тотально приветствую, дорогие зрители. Спасибо огромное. Круликоник, 25 рублей, фонд гитарного батла. Мракобес, 600 рублей, фонд реакции на гитарный батл. Альберт Срослов, 50 рублей, фонд эрекции на хуярный пердатл. Артем Шклярик, сейчас компрессор выключу, секунду. Блять, влагалище началось. Сейчас разберемся. Артем Шклярик, 250 рублей. Фонд Гитар Батла. Спойлер, рубка будет. Отлично. Секундочку. Раз. Два. Три. Все, отлично. Разобрались. На стриме, значит, 75 зрителей. Чудесно. Я сейчас попробую вывести на экран чат Гитар Батла, чтобы за ним мы могли тоже, ну, чтобы он тоже записывался, почему нет. Так, копировать, вставить, блять, не получится. Так, ну хорошо. Сейчас там будет душня вначале по-любому. Ждем очередных каких-то отсылок к Фреду, ждем комментариев на тему «Ага, а Фред бы так не смог», «А Юрка там бы так не смог», еще что-нибудь. Без этого, как говорится, если Гитар Батл, если на Гитар Батле не был упомянут Фред, то это можно, в принципе, даже и не считать за Гитар Батл. Да, и рубка, конечно, я надеюсь, что будет, потому что после предыдущего батла, который был, ну, просто самый жухлый, наверное, батл за историю, просто рубка обязательно должна быть. Иначе это будет просто полная дресня. Да, у меня даже гитара не подключена! Посмотри! Не подключена! Я пишу я это! Я не звоню! Пишу! Что так долго? Уже 12 лет! Сколько можно? Люди хотят музыку! Чего? Гитар Батл вступил в шуе тоже. И меня в Таиланд или куда-нибудь попроще. Есть лучше. Что? Нижний Новгород. 8 часов на Сапсане. Хорошо для моего геморроя. 15 февраля. Самый батлный сезон. Я возьму с собой вот этот пистолет и поеду проверять, что там за гитаристы такие нажимают на струны, как их фамилии. Да, Михаил Семенов, Александр Бурай. Вообще не знаю, кто это, что это вообще. Гитарный батл в Нижнем Новгороде. Я не разрешал. Они используют наш логотип. Я буду тренировать свои пальцы, чтобы сжимать их кисти. Дмитрий Кузьмицкий и Сергей Табачков в Нижнем Новгороде 15 февраля на гитарном батле. Все по-честному. Ой, блядь. Здравствуйте. Приветствую всех. Здорово. Прошу представиться. Я Виктор Смольский, группа «Альманак». Я приветствую всех, кто занимается еще на гитарах. Несмотря на все эти соблазны в интернете, со всеми-всеми компьютерными играми, и кто почаще смотрит на гриф, а не в телефон. Супер, наконец-то мы рады приветствовать старшее поколение, которое покажет нам, наконец-то, как нужно играть на гитаре. Олег вызвал так дерзко на батл, но это не задело понебратство его, потому что там «Витя, привет, сейчас тебе сыграю». А там не Виктор Дмитриевич или там дядя Витя? Да нет, во всем мире среди музыкантов все общаются. Отсылка к Фреду, очевидно. А как вы считаете вообще, Олег опасный соперник? Он прекрасный гитарист, я его хорошо знаю, мы встречались на сцене, так что... Нет, по-карифански так можно делать. Приятно видеть такое. Но табак с Фредом не карифаны. Ну супер. Сейчас я оба чата себе открою, ребят. Хотел бы, чтобы немного рассказали о планах творческих. Я слышал, скоро новый альбом. Да, вот жалко, что он еще не вышел, он выйдет в начале марта. Поэтому не получится сыграть новые песни. Вот спасибо, кто-то задонатил. Пицца Димонес, спасибо. Называется Rush of Death. Очень интересная тема, Rush что это, наверное, сбор тоже фан гитар батл, спасибо. Истории лучшего, что я делал и в Rage, и в Альманак, и с Lingua Mortis Orchestra. Альбом разделяется на две части. Короче, душня. Пока они душнят, ребята, спасибо огромное всем, кто ставит лайки, пишет комментарии, подписывается на канал с колокольчиком и на все рассылки в описании, на всю хуйню. Я субтитры врубил, чтобы там что-то важное не проебалось, если что. А тогда что будете сегодня играть?
Сегодня я думаю, спасибо тем, кто заходит на стримы, давай, еще больше. И самое огромное донатерам. Отлично. Донатить можно вот, вне стримово, заказывать видосы больше. На реакцию, 20 рублей в минуту. Мало гейна или много гейна? То есть дисторшн или овердрайв? Что выбираете? В студии мало гейна, а живье можно добавить. Супер, спасибо. Желаем удачи. Малаги. Всем. Малаги как будто имя рэпера какого-то. Херово очень. Привет, гитарист. Олейник, конечно, победит. Представься, пожалуйста. Меня зовут Олег Изотов. Ништяк. Он вылитый угол прям из оргазма Нострадамуса. Витя, привет. Там, смотрите, это он. Давай твою песню сыграю. Да, мне позвонили ребята. Угол жив, пацаны. Вызови дерзко Виктора, мы тебе денег дадим. Много. И пришлось поступить так дерзко. Он все врет. А не страшно вот после такого? Это же он реально, блядь. Ну, с музыкальной точки зрения. Я специально убивал. Готовиться и сыграть свои вещи. Извещение для засранца, для священного. Два новых трека. Поэтому то, что ты озвучил, вполне может произойти. Ну я за угла, ребят, тогда болею. Супер, ну вот зато это какая премьера. Ну да, да. А как вообще, что по творчеству? Что ты сейчас... Врёте, глупцы, он мерзок, но не так, как вы. Ну вот пишу новые треки. Их накопилось много. Веселые ребята. Веселые ребята. Я думаю, что я издам... Моисей, ты громче видоса. Ну конечно, блядь, я важнее видоса. Там хуйня какая-то, а я что-то полезное говорю. Творчество пишется, треки пишутся. Как будет что важное, я добавлю. Все делается. Они хуйню пока травят, блядь, про треки, хуейки. Нахуй это надо? Конечно. Ну ты, наверное, что-то особенное сегодня подготовил. Ну, если вам это интереснее, я могу добавить, но... графических эквалайзеров и железный медиатор. Так. Слушай, что тёлки будут сегодня? Да. Острый медиатор, острый медиатор. Иначе не пропустил. Этот господин тебе жизнь подарил когда-то. Фред-гитарист, мое почтение, добрый вечер. Коктейль для металлиста, это пиво и сиськи. Добрый вечер. Да, можно без первого. Ну и такой последний вопрос, так скажем, для наших зрителей. Если бы у тебя была возможность выбрать, что бы ты выбрал, ритм или мелодию? О, это Альберт, ритм, наверное, задал потому, вопрос. Хотя качественные мелодии тоже... Юрий мало, там почему-то в этом, выбрал, как бы, в тексте, в субтитрах появился. Как всегда, схитрил. Ну ладно, желаем тебе удачи. Спасибо, ура. Есть трубка, кстати, здесь? Вот это, в принципе, не знаю, кто сыграл, но нормально звучало. Ребята, это же Виктор Смольский, как живой, вот он стоит. Покажи, с чем ты приехал. За что, почему у тебя Ямаха? Что случилось в твоей жизни? Приехал налегке. Но Ямаха очень интересная, это экспериментальная Ямаха, это необычная модель. Это то, на чем я экспериментирую, и все, что получается, они потом выпускают. Да? То есть тут много очень таких шуточных вещей. Нет. А это просто штучка? Или это на что-то влияет? Не, не, не. А, это тюнер? Черт возьми. Добавочный здесь сзади стоит, то есть тут много таких... Там чат идет вообще или нет, я не пойму. ...экспериментов. Как круто. Вот. Там 1300 зрителей, чат не идет вообще. Что-то дичь какая-то. Спрятано. А это зачем? А это чтоб не расстраивалось. Чек. Что-то какое-то лагалище пошло потихоньку. Так, я ускорю немножко. Хитрые немецкие технологии, понятно. Ну и ты используешь вот этот энгл. Mm-hmm. Да, я, в принципе... Фанат Энгла? Я люблю лампы усилители просто. И вообще... Ну, здравствуй, Серик! Кабель, лампы, и все звучит. Ой. Так как я фанат Виктора, я набил наколку. Все должно быть по-честному, ребята. Ну, а модель все равно, Энгла... Они все. Все примерно об одном. У меня есть моя модель, понятно, которая чуть-чуть отличается тем, что там нет такой стандартный клинк-кранч ритм-соло. У меня третий, четвертый. И на ритм, и на соло. Эх, то есть я когда дублирую, Серик, допустим, в студии правый и левый, я одну сторону на третьем, вторую на четвертом. Чуть-чуть. Тоже ощущение. 666 пальцах, лайков на батле сейчас, другой. Понятно. Кстати говоря. Вот этот микрофон, как живой, я видел на рабочем барабане Ларса Ульриха, моего друга. Почему ты используешь его на гитаре? Это нужно спросить местных ребят. Понятно. Я думал, ты что-то знаешь. Что-то знаешь, какую-то хитрость. Так, а это что за черное? Вами два. Да, это тоже переделка, это прототип с экспериментами. Там встроен маленький тюб-скример, если хочется поиграть на каких-нибудь
сингл-койлах можно разогреть. Да. Вот. Но я их особо не люблю. Ну и пластиковый корпус. А нахера две педали в одну засовывать-то просто? Зачем? Просто отдельно взял бы тюб-стример и все. Тюб-стример, блядь. Не грею. А квакушка? Квакушка вообще не моя, ребята принесли. Квакушка? Ноль, целковый, полушка, порнушка. Главный секрет. Какие струны ты используешь? Я всех перечислил, кто задонатил. Кролик Оник, Маркобес, Альберт Срослов. 9.46 и Артем Шклярик. Ребят, да, в общем, им огромное спасибо. Они у нас на данный момент генеральные спонсоры моей реакции на гитарный батл. Еще раз хочу сказать им спасибо. Крули Коник, Мракобес, топовый спонсор, естественно, Альберт Срослов и Артем Шклярик. Большое спасибо. Тоже поддерживаем все батл, ребятки. Ну, в смысле, мою реакцию. Вспомнил, держит что звук, бла-бла-бла. Что-то утром записать, можно вернуться, и разницы не услышишь. Классно. А медиатор толстый? Это карбоновский медиатор, интересный. 1 миллиметр? По ощущениям, чуть больше миллиметра, но карбон 1,8. То есть дилей в ревер? Понял. Из-за того, что он карбоновский, по ощущениям, чуть больше миллиметра. Плотный. Но он остренький, и для... Страйк может полететь. Ну, они обычно не кидают. Черт возьми, я не знаю, что еще может быть проще. То есть ты берешь гитару. Не, ну просто если они кинут, это будет очень громкое событие. Лараса Ульриха. Я точно знаю, что ты победишь. Мы желаем тебе удачи. Спасибо. Пойдем посмотрим, что делать. Ну, что-то какой-то это. Точно знаем, что победишь. Да. Почему у тебя из процессора выходит 5 проводов? За что? Смотри, один для питания. А, это шестой даже, да. Один для педалечки. Как три педали экспрессии? Да, но это будет в основном фильтр. Она из металла сделана? Да. Супер тяжелая, да? Ну, как любая педалька железная. Черт. Да. Ты знаешь... Ты не щадишь свою спину ради педали экспрессии? Я не щадю свою сумку, в которой я на спине никогда не носил. Вообще, слушай. Жук. У тебя на колесиках? Конечно. Этот чувак плотно сидит на колесах. Расскажи дальше. Сука, мне тоже нужно на колесиках, ребята. Пиздец, у меня за спиной ботва вообще. XLR в зал. А эти штуки... Ну, табачников высокий, видимо. 180 с чем-то, может, 190. Я вот спину не жалел, мне диагноз уже поставили. Там все на свете. Сколиоз, понос там. И так далее. Вот благодаря вашим просмотрам, лайкам, донатам, вот сейчас к мануальному терапевту похожу. Все, мне подлатают. А квакушка? Почему она квакушка, слева? Полушка, порнушка, мудачок, хуй на воротничок. Сука, я каждый раз эту хуйню теперь буду вставлять. Ноль, целковый. Да табак, типа, высокий. Неудобно как-то, а здесь ты как бы более героическая поза получается. И вот так стоять как-то прикольнее, чем вот так. Я понял. Понимаешь, вот смотри, вот так. Так, по-моему, прикольно. Ну да. По-всякому прикольно. Ну. А что за гитара? Вот так хочется сделать. Мне вот с самого начала, как я увидел, так и хотел сделать вот так. Это, знаешь, Audi A6. Левос так делает Алексу иногда. Сняли, вот, и затонировали передние стекла. Вот такая же гитара. Ну вот вам погромче. Очень круто. Не, на самом деле это Carvin. Просто, писька, да, писька. Просто его, я говорю, затонировали. Типа я их перебить не могу тогда же. И это Sustainer, да? Нет, это какие-то штучки. Даже не знаешь? Они, ну, это синглы. В инструкции было написано, не нажимать. Я не читал, но говорят, что это отсечка. Понятно. Я буду использовать. Ну, то есть у тебя 7 струн. Конечно. И, а какие струны? Наконец. Элемент. Наконец. Элемент. Тебе толщина нужна? Ну да, толщина. Элемент. Тебя интересует. Какой строй и толщина? Ре, последняя, соль. Толщина вообще всегда была 9,70. Сейчас вот это 60, по-моему, 4. Я решил попробовать. И толстый медиатор? Это железный. Железный медиатор. Он тоненький, но железный. По Брайну Мэю. Ну, у меня вот один запасной, здесь где-то один вот здесь. Да, железный. Он, видишь, уничтожает быстро. Я вот хочу здесь найти видос, который, ну, конечно. Но зато он мне нравится, как он звучит. Ты, дерзко. Чувствуешь разницу между кленовой накладкой и темной? Нет, я в этом ничего не понимаю. Пофигу. По звуку, в смысле? Да, да. Ну, конечно. Ну, я не сравнивал два похожих инструмента с разными накладками. Я не понимаю. Ну, тогда просто красиво. Красивая гитара для красивого мужчины. Эх, ебать. Желаем тебе удачи, это будет просто охуенно, ведь у тебя железный медиатор. И если что, я понимаю, что ты подрабатываешь там в метро по карманам, когда не хватает на гитару. Кстати, ты нашел гитару? Нет. Расскажешь, вот это вот. Расскажешь потом. Ну, если что, ты медиатор просто вот так вот кинешь в соперника, он там воткнется и прямо в артерию. Работаем, ребята!
начинаем! Возвращение орущего Кузьмицкого, это хорошо. Первый! Это эпический новогодний гитарный батл. И у нас есть очень известный... Он уже сорвал голос, он даже не начал еще. ...известный гитарист за рубежом и почему-то совсем неизвестный у нас на родине. Представься! Олег Изотов. А потому что у нас на родине известны только срачи. Представьтесь, пожалуйста. Виктор Смольский. У нас зато срачи лучше. Оу, oh, yeah. Оу, oh, yeah. Ваш ход? Как я уже намекал, сегодня мы поставили замечательных людей в жюри, которые смогут оценить oh, yeah! наших гитаристов. Все они принимали участие и знают, что такое боль софитов. Oh. Это Александр Юдин. А, просто сами эти это будут. Это Борис Балаков. Я думал... И Павел Попов. Хорошо, что телок снова не добавили. Вы можете поставить деньги в наш тотализатор, кто из них самый молодой. Mm-hmm. И всю прибыль заберу я. Неплохо. Конечно, мы договаривались. Ну все лучше, чем телки. О, не там телки будут выходить. Будешь. Тем не менее, мы проведем некоторое тайное голосование. Оленик уже победил. Результаты, смотрите, которого мы не сидит, будем победил. Озвучивать здесь и сейчас. Мы запишем видео и потом устроим некоторое зрительское голосование. Ну и наше жюри тоже проголосует при помощи вот этих золотых бантиков, которые мы сфотографируем для нашего протокола. Но вам сегодня не покажем. А уже много позже, где-то лет через 9-12, пишет, не зря елку оставил. Мы покажем вам эти фотографии. Здесь два бантика, ребята. Один красный, один золотой. Соответственно, так как я решаю, то золотой у нас будет Виктор Смольский, потому что он наш золотой гость. Mm-hmm. Короче, это самое... Прошлый батл был вообще пиздец. Я все думал, неужели они смогут еще что-то более прям тупое придумать в плане жюри? То есть кто будет журить Смольского и типа Изотова? То есть многие говорили, как, ну кто там, кто вообще? То, что три телки реально прям супер по тупой херне судили. Это была вообще анальная жопа. Но сейчас... Ну, в принципе, в этом есть здравый смысл, что победители прошлых батлов, пусть очень и молодые, ну, пусть судят. Начинается. Интересно, опозорится или нет? Олег Изотов. Так. Итак, друзья, первый раунд! Ля какая! Быть батлу! Олег Изотов, начинаем! А почему она с пятеркой вышла, я не понимаю? Блять, первый. Нужно же было единичку. Почему там пять, блять? Что значит пять? Школа танцев, как и... Ебать. Они придумали интегрировать рекламу школы танцев. Какая-то ритмика бантовая, ломаная. Ну, кстати, нет, ляхи я бы и пожирнее бы одобрил. Можно было и побольше ляхи. Да подтанцовка, он читер. Он первый додумался подтанцовку сделать. Лучше стриптиз был. Ну, кстати, да, было бы охуенно. Вон там Педик пишет, типа, хочу на игру смотреть, а не на полуголых бабищ. Гомосек. Даже Смольский сидит и смотрит. Игру надо слушать. А смотреть надо как раз на бабищ, заебись. Блин, кстати, интересно, все-таки император-то у нас здесь или не здесь? Что скажет про... про игру. Потому что я не эксперт. Ну. Ну, с хлопухой как бы это.
Сам звук чуть-чуть кашненький такой. Материал интересный. Ну, для музыкантов. Блин, ну плакуху он заебал. Пока уверенно лидирует Смольский. Ах, ебать у меня пердуха, ребята. Пишут, звук отличный. Ну разве что если сведение итогового микса. Бля, вот реально педики, бля. Как это, когда чёлки лишние? Вот просто фанаты Леоса с Алексом Найтмаром. Вот эти люди, кто смотрит Леоса с Алексом. Как это, чёлки лишние? Вот он настоящий рок-н-ролл! Девочки танцуют, мужики играют соло, да! Как это, чёлки лишние? Вы чё? Я вас не слышу! Ей, ребят, 100 зрителей охуенно, заебись, респект. На батле почти 2000, но... начало. Сотка это заебись. Сейчас я... Виктор покажет, кто тут папа. Я по популярности 1/20. Только я стримлю каждый день, а они раз в 2 месяца. Ну, не стримят, а видос сделают. Воу. Ну, все, он победил. Это точно не Уткорина? Нет. Ух ты, блядь. А! Все, все. Дальше нет смысла смотреть, ребят. Все. О! Все. Все, Олейник победил. Все. Такая, блин, клавиши такие прикольные, цепают. Этот неловкий момент, когда даже без тёлок круче. То есть как бы тёлки это заебись, но выбирая вот то с тёлками или вот это без тёлок, ну... Какой-то прям прогрессив. Бля, опять экспертное мнение Макляки в чате. МДшники, да не пидоры, а не МДшники. Норм не дрищавые. Ну они да, тёлки не дрищавые, но я бы пожирнее хотел, конечно. Я люблю прям, ух, блядь, вот такие вот жопы. Пару негритянок можно было, толстожопов. Ну это было бы заебись. Пару Ники Минажей. К
блять, сколько тут гитаристов не было, лучше Табачникова никто не сочиняет и не чувствует музыку. Я просто напомню. Ну, потом. Ну все. Первый раунд. Какой первый раунд? Все, ну тут, ну... Это другой класс вообще. Батл бессмысленный. Ну, типа, это как, ну... Как мои дебаты с Маклаудом. Вот примерно так же. То есть он, ну, так, ну... Легко и непринужденно, не напрягаясь. Просто заоунил, это называется. Новый мем. Нетленка от Виктора Спольского. Батя в здании. А сейчас я представлю вот этих невероятных ребят. Александр Хорошевский. Сессионный ударник Сигматы. Валера Юшкевич 5DS! Качай сегодня! Ну, хоть никнеймы не дурацкие. Есть что сказать? Да, дорогой жюри. Круто. Ну или как вас там зовут? Видим, секция уже серьезная. Я какая-то. Понимаю, что ребята сыграли слишком хорошо, но тем не менее, с высоты вашего опыта, как вы думаете, чему бы парням еще подучиться? Ты первый. А зачем мнение жюри сразу? Хвалить нельзя. Хвалить нельзя, да? Блин, ну придется хвалить. Ребята очень техничные. С этим вообще проблем никаких у них нет. Играют очень круто. Сзади ребята тоже молодцы. Все качает. В душу бьет. Круто. Нам нужен скандал. Я воздержусь пока что. Скандал будет у меня из-за первого раунда Олега Изотова с моей девушкой. Почему? Вообще... А вот тут две персоны прыгали. Все. Нет. Что-то я меме не понимаю. В общем, понимаю, все было круто. Ну а чё, чё тут? Очевидно, что мы здесь, в общем, ради прикола, короче, стоим. Тут такая массовочка. Просто между паузами что-нибудь добавить. Но я думаю, все-таки на гитар-баттле такого фарша еще не было. Вот, я думаю, многие согласятся. Вот. Да, да, круто очень. И это, наверное, единственный баттл из всех 11, в котором Олейник все-таки проиграет. Да, у меня все, спасибо. Да, да, да. Ну что, Олежа? Надо разъебать стариков. Нужно соло-секцию. Спокойным треком. Давайте гены поменьше и попробуем за душу зацепить. Олег Изотов, второй раунд! Ждем Лапнева, да, реально. Чуваки, ну если вот этот чувак похож на тёлку, то, я не знаю, Александр тогда и не тёлка. О! Бля, ещё и на каблуках. Бля, ну прикольно, чувак хотя бы шоу придумал. То есть он как бы не игрой, так хотя бы перформансом. Но... Yeah.
Ладно, все, я устал. Блять, лицо, блять. Сейчас, ну, ускорим потом, похуй. Это новый мем, ребята. Фоткайте его у ПГШ, скриньте и на мемы. Во, вот этого чела. Все, вот это, вот. Этим все сказано. Похуй, ускорим. А он там снова появился. Ну, похуй сейчас. Заебал. Ой, блядь. Ну, кстати, на ускоренном неплохо. Ну, не спойлерим, ребят. Чё так долго-то? О, догнали. Ну, квакуха это заебала, блядь. Бля, кстати, да, почему Олейника не ставят в студии? Вот Олейника мнение, как бы, послушать интересно реально. Это он... было прямо крючком за жабры. Он... Олейник все время на батле. Почему он, блядь, не судит? Я не понимаю, реально. Да пусть вообще он один. Сейчас блин, судит. Виктор нам напомнит о горести разлук, сидит, юности, чилит. Любовном разочаровании и все такие штуки. Виктор, давайте, покажите нам, что такое страдать. Виктор Смольский, второй раунд! Так. Да, потому что судья не может победить. Чувак победил не просто с одной квинты, с первой ноты. Вот этот чувак умеет квакой пользоваться, называется. Ох, блядь. И у него там что? А, и квака, и вот эта вот хуйня. Примитив. Какой-то конч пишет. Да ты, лобоёб, в жизни так не сыграешь. Пиздец, просто одну ноту и... Ну, это да, это бомба. Мазару ноль. Я не знаю, какие у него там бенды. Какое чё?
шансона металл. Блять, вот этого петуха надо везде забанить вообще. Просто везде, блять, за одно это вот за слово затупило. Просто долбоёбщ ничего не понимает, блять. Шансон металл. Просто, блять, вот как можно настолько не вдупляет? Виктор Дмитриевич, что вы с нами делаете? Вы нас всех тут убьете. Виктор Смольский, второй раунд. Да. Ну просто скажите, кто больше понравился. Ну, на самом деле, оба гитариста, как я уже говорил, очень техничные. С прошлого раунда ничего не изменилось, никто не лажал опять. Так неинтересно, ребят. Не, ну чуть-чуть, никто не заметил. Вот. Фразировка, конечно, у обоих очень классная. Все но лично мне по душе чуть ближе Виктор был. Вот. Но фразировка, конечно, у обоих очень классная. Немножко так. Душещипательные ноты. Чуть-чуть лучше. Фрезеровка, да. В общем, фрезеровка. Ребята, вы молодцы. Фрезерный, можно тогда фрезерный сказать? Станок, да? Да. Кому фрезеровка, а у нас в жопе газировка. Ну, за этот раунд я, по крайней мере, спокоен. А при чем здесь тёлка, я не понимаю. Я шутку просто не могу понять. Нет, я видел просто не все, видимо. В общем, в этом раунде я противовес Юдину скажу, что мне больше понравился Изотов. Да ты... ладно. Блин, такой вкуснятины оба приготовили. Но он могу гонит. Он, я думаю, это просто гонимое. Наелся фраз прекрасных флажолетов. Жалетелки. Спасибо просто. Мне все понравилось. Бля, реально. Секрет стройности Павла раскрыт. Знаете, какой жюри может быть еще тупее и хуже, чем телки? Брославский, Мерцкий и кто-то третий должен быть. Ребята, вот уже у нас... Кто-то должен быть третий. Прям какой-нибудь самый, прям, самый убойный чувак с ними. И я. Я думал, уже кто-то бэк запустил. Как ты так умеешь играть? Третий, мать его, решающий не, раунд. Не, ну только за тёлок. Начинает Олег Изотов! Ему можно отдать одно очко только из-за тёлок. Ну вы поняли? Ряженка! Да! И Маклауд! JD объяснила шутку, сейчас найду. Посмотрел... Посмотрел на другую бабу. Господи, точно. Блять, я тупой, ребят, пиздец. Ну она же прямо у него перед носом и плясывает. Блять, точняк. Я тупой, пиздец, ребят. Претензии на крутость, но прям слышно же. ГН Смольский. Да, реально, он сможет победить только если это. Если начнет играть оргазм Нострадамуса все-таки. Тогда да, тогда я ему отдал бы очко свое. Люди в жюри — это участники предыдущих батлов. Обосравский. Обосравский, блядь. Ну, можно Брославский, Ряженка. Ну, бля, Маклауда, бля, Маклауда даже туда, наверное, не пустят. Ну, вот да, Брославский, Макжук и Ряженка. Отлично. Это прям топовое судейство. Бабы так и кричат, что Изотов не гей. Ну, блять, ну все равно, ну покажите, он первый, кто додумался... Тёлок в подтанцовку добавить. Это же, блядь, как бы мелочь, а приятно. Прикольно же. Чё будет? Нормально.
конце батла добавить «Ставьте кумочки вверх». Подписывайтесь на канал, здесь только истина. Ай, блядь. Ну вот, тоже, опять же. Всего-то палку вставить в вот эту хуйню, и уже, бля, красиво. Как бы игрой не взял, но хотя бы перформанс завез. Для сельской местности это тоже вполне себе клево. Ура! С Новым годом! Вовремя, блядь. Очень круто, Олег. Ну, сейчас поздравление от Виктора Дмитриевича. Принимайте. Третий раунд! Виктор Дмитриевич. Решающий! Смольский. Виктор Смольский! Чё там решающий, блядь? Решающий уже всё, блядь. Решающий был самый первый. Самая первая нота первого раунда уже была. Решающая. О, Волыну завезли. Было бы интересно послушать, конечно, комментарии Фреда по этому поводу. Ну, то есть по поводу батлов. А вот, кстати, квинты. Ну, не знаю, кстати. А, ребят, по квинтам. Ждем анализ от Зисама. Зисама. Естественно, в чате в кукареке про Фреда. Без этого никак. Без этого гитарный батл, не гитарный батл. Брославский виртуоз! Писали в чате. Клево. Так, если честно. Просто он слишком планку задрал. Это уже обычно. Второй батл прям охуенный. Ну, второй раунд был охуенный. Юрий Антонов. Да, ребят, донаты ВК отключил. Но я сейчас давайте зачитаю. Давайте зачитаю. Вулхари, 200 рублей, сердечком огромное спасибо. Без сообщения, очень приятно, спасибо. Альберт Срослов, 25 рублей. Фу, полуголые женщины. Вот бы лучше полуголые мужики. Вот бы были полуголые. Вот были бы полуголые мужики. Окей. Так, еще. Саботка кинул рубль на Киеве, зашел, а он все еще матюгается. Кстати, когда стрим с Хованским? Как только он запросит, я, как говорится, почти в любое время готов. Вот 4.20. Это мощь! Ребят, 4.20. Третий раунд, Виктор Смольский! Ну, третий кто, раунд такой. Кто это стучался до вашего сердца? Как мне кажется. Вот в этом раунде мне больше... Олег зашел. Может, потому даже. Такие мелодичные, сопливые мелодии. Ну, немножко, немножечко сопливые. Может, ну, даже да. Это так звучит, во всяком случае. Хотя обе композиции были очень эпичные, очень техничные. Ну, все супер. Но Олег... Ну, он поддавался, я думаю. Тебе нравятся там тёлки, огонь, потому что, типа. Потому что ты сам такой... Ну да, я да, третий раунд Изотова. Не называть имен, потому что опять возвращаемся к теме с четвертым батлом.
пантомимой. Все, вот, вот так я покажу. Я только скажу, что в этом раунде было очень много кочевых рифов. Это мне очень зашло. А еще мне опять не зашли девушки. Олег, ну ты портишь мне личную жизнь. Саша, все нормально? Красивый же жопа у тебя. В натуре, в натуре. Кто крикнул? Я не могу оценить, но я просто не могу. Респект мужику. Высший уровень, вот. Как его можно оценить? Он как бы, он уже состоявшийся, и там, там не взять, не дать, вообще ничего не сделать. Поэтому, ну, мне все очень нравится, очень понравилось. И спасибо за фаер-шоу. Я на Рамштайн в этом году не попал, но палочки восполнили утрату. Спасибо. Супер. Бля, тоже не попал, жалко. Отлично, ребята, мы заготовили специальный секретный раунд, в котором я поиграю на гитаре, покажу, наконец, как по-правильному это делать. А то понаберут непонятно кого. Гитаристы могут начать молиться, потому что раунды очень сложные. Ой, ой, не завидую вам сейчас, ребята, ой, не завидую. Особенно для Олега. Но для Виктора тоже будет сложно, я уверен. Итак, друзья, сейчас там Сережа настроится, и мы начнем. Уже переходим к юмористической части нашей программы. Are you ready, guys? Уже пизда, не буду играть. Итак, друзья, это новогодний секретный раунд. И, Олег, давай сделаем этот вечер. Покажи, как играют шведы. Давай! А какая отсылочка к Фреду? Я что-то проебал. Нормально. Блин, а откуда вот эта вставка вначальная? Это из какого-то очень что-то популярное, но я не помню, что это. Она в каком-то... Где-то я ее видел, да? Джингл у какого-то шоу постоянно. Ребятки, кто помнит? Не-не-не, вот эта вот хуйня, это был джингл у какого-то шоу. То есть я понял, что Абба, но в каком шоу это использовалось как джингл? Двойной срач пошел. Все написали Абба Мани, но, ребят, в каком-то шоу я это видел, как, типа, как сбивку, ну, как джингл. У Хованского бич-закупка, конечно же, точно, да. Да, точняк. Миллениум, спасибо, да, спас прям. Короче, конечно, можно так играть, но просто гитарный батл, ну типа батл скилла гитариста, как бы, ну я не знаю, ну... Бля, реально лучше бы оргазм Нострадамуса сыграл, а чё это? Угол, давай, как говорится, это. Очень круто, очень круто, все-таки нашел, все-таки выиграл. Ништяк, ништяк. Ты сам кидай в эту, в ЛПГШ, предложку. Ну, Виктор, а вас ждет совсем другое испытание. Но не менее популярное. Итак, друзья, Виктор Смольский покажет нам, как играть в секретные песни. Погнали! Погнали!
Комсикомса, кстати говоря. Победил мой инсей в натуре, бля, ребят. Интересно, будут меня хуесосить в чате, я надеюсь. Фред, Фред, Фред. Ребят, понимаете, все это хуйня. Да, они справились. Приходит Смольский, обсуждают просто Фреда. Супер. Придет Хэммет, будут ребята, обсуждать Фреда. Может, прокомментировать, придет, кто был красавчик, а кто просто, я не знаю, сам Господь Бог придет на батл, обсуждать будут Фреда. И это самое главное. Ну ладно, я тоже думаю, что все-таки Смольский. Красавчики были все. И красивые тоже. Но Смольский особенно красивый. Угу. Победил Фред, ребята. Угу. На самом деле, слабо верится, что это были импровизации. Я бы так не смог. Хорошо, что в мое время таких конкурсов не было. Да-да-да. В его время не было. Я не могу сказать, кто был лучше, потому что темы были разные. Если уж сравнивать в плане импровизации, то на одну тему. Поэтому я просто скажу, что... Нет. Я скажу, что это было как два моря, просто в разной погоде, при разном климате. А это уже было, давай я по-другому придумаю. Это Аплетаев придумал. Ну, в мое время была импровизация. В мое время, такие дела. Поэтому я искренне переживал, потому что ребятам же не сказали тональность. Но они быстро подстроились, поэтому все переживания рассеялись. В общем, это состоявшиеся музыканты, которые под любую... Да? Серьезно? Которые под любую музыку могут выдать шедевр. Поэтому я даже не могу сказать, кто больше понравился, потому что оба крутые. Оба профессионалы. А, да, давай я спрошу так. А на чей бы концерт за деньги ты бы пошел? Хороший вопрос, кстати, да. К чей бы билет ты купил? Ну, на Моисея. Ответ ребят, простой, да. Nobody one. Да. Там даже точка стоит. Я бы попросил стоит. Проходку. Моисей Великанов, конечно. Чего вообще, бля, ребят, ёпта. В плане концерта за деньги самый лучший Моисей Великанов. Понятно. Тут вообще даже обсуждать твоим нечего. Вы проголосовали? А, сейчас. Тайная вечеря. Как же проголосовать-то? Давай. Итак, друзья, прежде... Как вариант, кровавый риф можно приходить. Я хотел бы дать слово людям, которые очень помогли нам сделать это шоу. Это фестиваль Биган! Я сейчас дам слово администратору этого фестиваля, чтобы он рассказал нам, сейчас где, он будет. Что, как, куда ехать. Где брать билеты? Рекламироваться. Спасибо.
я сейчас схожу в небольшую такую речь. Во-первых, ребята, кто из вас вообще играет на гитаре хоть как-то? Аккорды там? Оператор, покажите, оператор. Я не умею, немного, нет. Пожалуйста, кто поднял руку? Да. А кто готов сыграть, выйти против Виктора Смольского? Такие есть, но в основном. Ты что, бессмертный? В общем, Олег Изотов сегодня вышел и сыграл, как говорят американцы, he's got balls. Ваши аплодисменты, Олег Изотов. Теперь я, теперь я немного расскажу о том, как получилось все-таки заманить Виктора Смольского в Санкт-Петербург на гитарный баттл. Я немного помогаю по рекламе в этом фестивале. И мы в прошлом году привозили группу «Альманах», на которой играл Виктор Смольский. И мы с ним там познакомились. Я попросил у него возможности снять с ним большое интервью. Мы пересеклись в Минске, сняли очень крутое интервью. Всем музыкантам, даже не музыкантам, я советую посмотреть его. Да, смотрели? Отлично. Оно очень такое правильное. И расскажет вам, покажет, как на самом деле нужно погружать медиатор. И другие вещи. И я хочу сказать то, что Виктор Смольский, я ему как бы еще раз позвонил, говорю, есть такая тема, гитарный баттл, ребята поддерживают возрождение рок-музыки в стране. Мог бы он принять участие? Виктор сразу согласился, поэтому за то, что он все-таки приехал в легкую, без вопросов. Ваши аплодисменты, Виктор Смольский! Да, пиздец. А, этот чувак не мне пишет, не у меня на стриме. Ну тогда просто. Отлично. Опять на эстафету. Как я вам сказал, мы с ним познакомились на фестивале «Биган». Это фестиваль, попытка сделать наш Вакен. Мы привозим туда много групп. В прошлом году было более... Ну, не знаю, там более 15 стран, 33 группы. В этом, в следующем году, в 2020-м, будут тоже фирмачи, отличные группы. Стартовая с Primal Fear, с Hydro и куча других. Здесь по клубу везде расложены флайеры, по которым вы сможете купить билет дешевле. А я для тех, кто смотрит сегодня Guitar Battle, скажу по секрету, промокод, по которому сможете купить билет. Это BG 2020, по-английски буквы. Поэтому приезжайте на этот фестиваль. Виктор Смольский не даст соврать. Он играл и на Вакине, и на Бигане. Организация, звук. Все будет супер. Спасибо гитарному батлу. Спасибо! Итак, ребята, призы от наших спонсоров. Сегодня мы не говорим вам, кто победитель. Мы напишем два комментария в Ютубе, который больше лайков наберет, того и будем считать победителем. Плюс голосование жюри остается секретным. Мы его рассекретим, когда захотим. А сейчас подарки. Магазин Parts and String, где вы можете купить всякие части для гитары, винтики, финтиплюшечки. Пожалуйста, в сертификат. Блять, а где они? Золото. Ну, тут понятное дело. Илья Фокин подготовил два сета для наших музыкантов, которые они вмонтируют обязательно в свои новые и, может быть, хорошо забытые старые гитары. Че за хуйня? Номинал 10 тысяч рублей. Магазин одежды «Медуза» подготовила Медуза, призы, чтобы... Медуза. Блять, что-то пошло лагалище пожелать. Пойдите наших ребят к следующему концерту. Пиздуза. Лев Скабель приготовил нам призы номиналом 10 тысяч рублей, чтобы смонтировать охренительную коммутацию. Да, я победил, все сделано в России, конечно, как всегда я победил. Бля, давайте напишем «Победил Моисей Великанов» и мне больше всего лайков наставил. И компания, выпускающая софт для гитаристов Mercurial, подготовила два сертификата на 4 плагина. Ребят, ставим лайки на мой коммент.
Победил Моисей Великанов. Ребят, давайте, давайте, Итак, давайте. Друзья, сегодня победила музыка, давайте отпразднуем. Ребят, 112 зрителей. С наступающим. 112 давайте зрителей. Зашел. Если все поставят лайк, давайте то я победил. Победили! Ребят, давайте, заходим. Я хочу победить в гитарном батле. Ребят, давайте. Все заходим, ставим лайк. Заходим вот так упорядочить. Сначала новые и ставим лайк. Уже 11 лайков, ребят. Давайте, давайте, давайте. Я хочу их обогнать. Победил мои 7 лекарств. Сука, хейтеры, наверное, петучи сами дизы поставили и говорят, что это Фред сделал. Я сам не понимаю, за что тут диск ставить. Кто эти 10 человек, которые все-таки его влепили? То есть мне самому интересно. Ребят, отлично! 39 лайков! Охуенно! Ребят, продолжайте еще, пожалуйста. Ребят, кто еще не поставил лайк на мой комментарий, заходим, ставим лайк на комментарий «Победил Моисей Великанов». Пишем сначала новые, ставим лайк. «Победил Моисей Великанов». Давайте, 39 есть уже. 88 зрителей. Давайте, ребят, все поставьте лайк, пожалуйста. Это будет самый смешной перформанс... И за историю перформансов вообще. Поэтому, пожалуйста, правда, очень хочу, чтобы вы не поленились, поставили лайк. Всем уже, кто поставил, огромное спасибо, ребят. Это будет очень смешно. Ну, типа, блядь, хейтеры прям люто будут жопой гореть, я уверен. Сорок пять. Давайте, ребят, продолжаем. Охуенные комменты там пишут люди. Заебись. Спасибо огромное, ребят. Спасибо. Я снимаю шляпу. Ну, короче, батл примирения, батл это хуятл утверждение, все понятно. Нормально. Друг другу можем лайки поставить тоже на наши комменты вот эти нижние. Протирание Моисея и Фреда. Похуй, насрать. Ваш хейт — это просто мой пиар, как сказала Катя Адушкина. Поугарать как-то можно. Нет.
Люблю такие нолики жирные. Рамштайн же просто я люблю. Еще один коммент победил. Единственный верный вариант. Только мы... Только... Бля, ребят, охуенно. Спасибо огромное. Спасибо. Заебись. Просто огромное спасибо. Очень здорово. Очень приятно. Победил Моисей Великан. Ну, я уже, конечно, Смольского по лайкам не обгоню. Но если хотя бы Изотова обгоню, то это будет очень смешно. Он там где-то потерялся, там, на дне. Я не бачу, где я коммент с Изотовым. О! Блять, накакал. Зэк на басу. Ну, батл и батл. Да, бля, у Олега Изотова 52 лайка. 52, ребят. У моего комментария уже 59. Все, мы по лайкам обогнали комментарий за Олега Изотова. Охуенно. Бля, ребят, вообще спасибо большое. Друзья, да пусть будет мир! Всех с Новым годом! Это был 11-й гитарный, мать его, батл! Увидимся, пока! Заебумба. Ну что ж, этот батл, хорошо, что он состоялся, хотя бы ради того, чтобы... Вот смотрите, оп, и магия сейчас. Оп, ну не так даже, вот так вот. Опа, 58. И эти комментарии, типа, воистину, абсолютно, аллилуйя, даже не сомневался. По-другому и быть не могло. Единственный верный вариант. Только Моисей, только хардкор. Без вариантов. С уважением. Однозначно. Просто, ребят, огромное спасибо. Было очень здорово и весело. Вот, был рад, так сказать, делать эту реакцию. Я хочу еще раз поблагодарить тех, кто донатил именно заранее фонд этой реакции. Поскольку мы, получается... Часочек-то, ну, кстати, не так много, как казалось бы, часочек, получается, потратили на этом. Это значит... Круликоник, большое спасибо. Мракобес, 600 рублей. Мракобес просто вечный топовый спонсор, ему, бля, просто бесконечный респект. Он все вот, как бы, кто любит мои видосы, мои реакции, мы обязаны всем Мракобесу. И я, и, думаю, вы тоже, дорогие зрители. Надо ему говорить спасибо. Альберт Срослов, 50 рубчиков, спасибо. Артем Шклярик. Вот, еще Вулхари сегодня задонатил. Еще, значит, пицца Демонесса, ну, как бы сегодня тоже докинула. Всем огромное спасибо. Вот за вот эти Лукасы тоже, потому что это, ну, прям топовый, уматный перформанс. Значит, по итогу, что я хочу сказать. В первых двух раундах я был абсолютно уверен, что Смольский просто тотально заоунил, просто настолько, что ну уже ну, невозможно что-то сделать лучше. Но, соответственно, третий раунд, он хоть немножко какую-то, хоть такую, ну вот хоть о чем уже о чем-то хотя бы говорить можно было после третьего раунда. Вот. Ну, второй раунд Смольского, как мне лично показалось, это... Наверное, даже не один из, а это лучший раунд вообще, в принципе, на гитарном батле, который я слышал.
Вообще, в принципе. Вот. Может быть, даже Изотов молодец. Но, как бы, естественно, если Изотов стоял бы против Брославского или против Макжуха, он бы их, ну, выебал просто вот не напрягаясь. Но, соответственно, здесь, ну, он просто... Ну, это, конечно, вот именно на контрасте это выглядело жалко. У тебя рассинхрон. Может быть, может быть. К сожалению, все может быть. Огромное спасибо всем за просмотр. Ребят, не забывайте читать описание. Если будет закрепленный коммент, может быть, что-нибудь там тоже напишу. Подписываться на все рассылки. Огромное спасибо всем, кто ставит лайк, пишет комментарии, подписывается на мой канал с колокольчиком. Ребята, спасибочки, спасибо. Еще больше спасибо тем, кто заходит на стримы. Не уходите сейчас со стрима, у нас еще есть чем заняться. Еще сейчас будем продолжать обсуждать там та-та-ра-па-па. Еще никуда не расходимся. Самое огромное спасибо, конечно же, тем, кто донатит. Донаты у нас вот тут высвечиваются, поэтому я показываю сюда. 4.20. Это топчик. Мое почтение. Спасибо. Ставьте тумачек вверх, подписывайтесь на канал. Здесь только истина обо всем на свете. Хуй.